Ну вот у нас лоу завершилось, последний тур, и я беседую с Марией Севериной, с которой я подружился еще на чемпионате мира по блицу среди женщин, который проходил в Москве. И вот теперь Маша тогда была героиней одного такого инцидента, который был подробно освещен. А сейчас я просто хочу спросить у Маши, каковы результаты и чего она достигла в этом турнире. Ну, борьба была очень упорной, и в итоге я выиграла в последнем туре девочку, которая обгоняла всех на очко, и поделила первое-третье место. То есть ты ее настигла, да? Да. Так, ну а по показателям дополнительным что там? По дополнительным показателям, скорее всего, буду второй или третий. Второй, третий. А кто будет чемпионкой? Чемпионка Барайва Ищенко. Отлично. Которую я выиграла. А, даже вот так вот. Да. Ну, это предмет для анализа существующих систем ранжирования. Мы посмотрим, может быть, более совершенные математические методы выведут тебя на первое место. Скажи, пожалуйста, я же видел тебя и на гроссмейстерской школе в Огне, да? В Огне. Да. А насколько это тебе вообще помогло? Дало ли это какие-то результаты, или это было совсем бесполезно? На самом деле это очень сильно помогло. Я после этих сборов сразу же заняла второе место на чемпионате Москвы среди женщин. Подняла там 50 тысяч пунктов и сразу же выполнила мастера ФИДЕ, обыграв пару гроссмейстеров. И сейчас вот здесь тоже совершенно удачно сыграла, на мой взгляд. Скажи, пожалуйста, а здесь были сильные соперницы? Ну, вот так, я понимаю, по результатам турнира это как бы понятно, а вот все-таки результаты турнира – это достаточно частный такой вопрос. Ну, 9 туров, а вот были действительно вот такие, такого же уровня соперницы, как, допустим, в Москве? Ну, безусловно, чемпионат Москвы был намного сильнее, но это тоже очень сильный турнир, и где-то пятерка, семерка, ну, девушки, которые заняли место в пятерке, в семерке, они все очень достойны, и было сложно. Маш, ты была в прошлом году в Дагомысе? Конечно. Так, а вот ты можешь теперь сравнить эти два турнира. Значит, ну, во-первых, в чисто шахматном плане, какой из них был для тебя труднее? Ну, я думаю, прошлый Дагомыс был сильнее, потому что это был не мой возраст, и до этого у меня не было такой хорошей тренировки, и не ездила я на сборы до этого. А тут все очень удачно сложилось. Ну, там я, правда, тоже поделила третье место, но показателем заняла пятое. Ага, понятно. Ну, а что касается обстановки, вот насколько тебе здесь или там больше нравится, в Дагомысе или в Аквалоу? Ну, в Дагомысе я ездила 7 раз, и там, конечно, более привычно, но сменить обстановку никогда не мешало. Отлично. И следующее какое соревнование? Следующее, возможно, будет чемпионат России среди женщин, на который я вышла. Вот так, да? Ну что ж, Маш, я желаю тебе дальнейших успехов и буду обязательно следить за ними. Спасибо. Спасибо.